Наурыз – день, когда земля преображается. Весна буквально наполняет улицы населенных пунктов, природу и сердца людей. Это праздник обновления мира и доброты. Его ярко отметили в стенах Западно-Казанского университета имени Махамбета Утемисова. Встречать Наурыз с размахом стало большой традицией для Западно-Казахстанского университета. Причем готовится вуз к этой дате основательно и большое количество времени. Результат традиционно выше всяческих похвал. Как правило, к организации праздника привлекают весь кадровый состав «Альма-Матер». В университете 6 факультетов. В них организованы и проведены в соответствии с планом традиционные мероприятия, которые связаны с национальными традициями, особенностями, колоритом. Например, есть традиция «Бата-Беру» или «Кудату». Мы должны думать о нашем будущем, а для этого необходимо помнить о традициях предков и почитать их. Впрочем, кроме педагогов, активное участие в подготовке праздника принимают и студенты Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Все студенты надевают в этот день национальную одежду и украшения, тем самым пропагандируем нашу культуру и искусство. Мы, подрастающее поколение, должны помнить и чтить традиции наших предков, ведь, зная историю, мы можем с уверенностью смотреть в будущее. Во время торжественного мероприятия была подготовлена концертная программа. Кроме педагогов и студентов, участие в них приняли также ветераны сферы образования. А ректор Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова Нурлан Сергалиев поздравил собравшихся с праздником.